Здравствуйте, приветствую вас на канале Notix. Сегодня мы рассмотрим 17-дюймовый мультимедийный ноутбук от фирмы HP, а именно Pavilion AB307UR. Это большой, тяжелый аппарат для домашнего использования с удобоваримой начинкой и неплохой системой охлаждения. Крышка ноутбука выполнена у нас из матового пластика, на которой ощутимо остаются отпечатки пальцев. Не знаю, видно это на камере или нет, но видно, что она немножко прогибается, ее так нажать. Поверхность у нас имеет характерную такую шлифовку небольшую, также остаются отпечатки пальцев. Клавиатура полноразмерная, имеется подсветка, и кнопка включения выведена отдельно. Здесь классический уже HP-шный узкий такой длинный тачпад, нажимается он в любом месте и воспринимает жесты так через раз, проскакивает иногда. Диагональ дисплея составляет 17,3 дюйма, покрытие у нас здесь антибликовое, и это IPS-матрица. Здесь не самые лучшие углы обзора для IPS, как это обычно бывает в дорогих ноутбуках, но за такую цену более чем хорошо. Звук у нас от компании Bang & Olufsen, но обольщаться не стоит, звук очень средний, несмотря на то, что все-таки мультимедийный аппарат. Лучше использовать наушники. Все основные порты расположены у нас по бокам. Среди них три USB, один из которых 2.0. Есть картридер, есть видеовыход HDMI, есть даже DVD-привод. Самое интересное, это то, что здесь батарейка высовывается. Для многих почему-то это считается очень крутым, и они выбирают ноутбуки целенаправленно, только так. Весит он 2 килограмма 850 грамм, и в толщину он целых 3 сантиметра. За производительность у нас отвечает процессор Intel Core i5, низковольтный 7-го поколения, двухъядерный, соответственно. Видеокарта у нас GTX 1050 с 2 гигабайтами видеопамяти, 8 гигабайт оперативной памяти DDR4. Здесь два слота, то есть всего можно 32 поставить. Терабайтный жесткий диск. И также есть место для M2 SSD слота. Что можно сделать на этой начинке? На самом деле, звучит она не очень впечатляющая. Это ни в коем мере не игровой аппарат. Здесь всего один кулер расположен на оба компонента, то есть на видеокарту и на процессор. То есть охлаждения будет достаточно, если вы будете просто работать. Но играть можно будет во что-нибудь совсем нетребовательное. Но доту танки потянет, здесь проблем не будет. Этот аппарат, в первую очередь, сделан для домашнего использования. То есть вы его ставите, смотрите на нем кино, что-нибудь делаете. Он такой массивный, тяжелый, как раньше выпускались. Мне понравилось. Собственно говоря, за эти деньги очень хороший вариант. Подводя итог, хочу сказать, что это хороший аппарат для дома. Стоит он недорого. Вот этот конкретный из обзора стоит всего 50 тысяч. У нас даже недавно был схожий характеристиками Asus N705UD. Тот стоил на 7 тысяч дороже, насколько я помню, с точно такими же характеристиками. Единственное, что у него было два кулера, там охлаждение чуть получше. Но денег своих стоит. Опять же, большой IPS-дисплей, удобно работать. Кошка просто так его не собьет со стола. Мне понравился. В связи с этим рекомендую его к вам покупке. Большое спасибо за просмотр и до свидания.